С вами канал «Учебник вслух». Английский язык, второй класс. Rainbow English, step 37. Задание первое. Послушай диктора и скажи, каких слов не хватает в этих фразах. Sleep well, Sue. We can see a black tulip. Kate is a student. Little Billy is cute. Harry is not a pupil. What is it? It is a blue star. Проверь себя. Задание второе. Выбери подпись каждой картинки. Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Проверь себя. Задание третье. Эти люди говорят, откуда они родом. Скажи, чем отличаются фразы в первой, второй и третьей группах? Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Am, is и are – форма одного и того же глагола. Все они имеют полную и сокращенную формы. Послушай и прочитай их. I am, I'm, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, we're, you are, you're. Задание четвертое. Подбери фразы к этим картинкам. Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Проверь себя. Задание пятое. Заверши предложение нужной формой глагола am, is, are. Прочитай их вслух. Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Проверь себя. Задание шестое. Послушайте песенку, разучите и спойте ее под музыку. From Mount Head, we are from Sarah Dawn.